Перейдем к региональным новостям. В 5 населенных пунктах Шемонаихинского района, где проживает 916 человек, есть угроза подтопления талыми водами при резком повышении температуры воздуха. Сегодня здесь продолжаются превентивные мероприятия. Спасатели призывают жителей заранее подготовиться к паводковому периоду. Весна для Шемонаихинского района характерна заторами на реках, половодьем и резким подъемом уровня воды, что создает угрозу подтопления. Сейчас специалисты проверяют состояние защитных дамб, проводят очистку водопропускных каналов и рыков, углубляют русла рек. На случай осложнения паводковой ситуации создана группировка сил и средств численностью 123 человека, 35 единиц техники и 16 мотопомп. В Шемонаихинском районе в 5 населенных пунктах имеется угроза возможного подтопления. Они находятся в поселке Устоловка, городе Шемонаиха, село Убинка, село Верхуба и село Выдриха. С акиматом постоянно проводится мониторинг рек, находящихся в нашем районе. Для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ подготовлено 13 тонн ГСМ, 400 тонн инертных материалов и 3000 штук мешкотары. Заключены договоры по оказанию услуг по дроблению льда на реках. На экстренный случай подготовлено 10 пунктов приема пострадавшего населения вместимостью до 700 человек. Здесь есть столовая, медпункт, телефонная связь и другие объекты первой необходимости. При благоприятной погоде проводим взрывные работы. Есть пункты временного размещения. Мы проверяем их работу, проверяем документацию, следим за его готовностью. Мы тесно сотрудничаем с ДЧС. Спасатели и местные исполнительные органы также помогают пожилым людям по расчистке снега на придомовой территории. Организованы обходы жилых домов, попадающих под угрозу подтопления, с жителями которых проведена разъяснительная работа. Спасатели акцентируют внимание жителей на том, чтобы они заранее подготовились к паводковому периоду, своевременно убрали снег, очистили арыки у домов и освободили погреба. Алексей Сафонов, Алтай Акпарат.